Уважаемые знатоки, требуется определить, был ли штраф или нет. Обратите внимание на положение белого шара возле центральной лузы. Из дома играется красный шар. Вот траектория движения красного шара. Красный бьется в белый шар. Соударение происходит на вот этой половине. После этого белый отходит, красный перекатывается в середину и касается борта. Был ли штраф? Спасибо.